9 плюс 10, вот, и такие провалы глубокие. И в основном вот станция где-то 9, 9, 5, 9 плюс 5, вот так в этих районах. Ну а когда уже сильно это самое, до плюс 10 доходит. Вот так вот. Я не знаю, что-то рано-то проход какова. 8 часов у нас. Да еще кто-то тебе кричал, да, я слышал. Сибиряк, сибиряк, бля, кто? Не понял, потому что ручеек мощнее шел. Ну именно что закрывается. Сейчас корежить начало так, Сергей, станции. Или у тебя опять это? Контур скрутился. Чуть-чуть незаметно, но вот на прохождение. Потому что ручеек так, знаешь, резкие колебания, 9-8, 9-8, вот так. Кто еще вызывал этого сибиряка? Включитесь, прием. Ручеек, ручеек, тебе микрофон, может, ты слышал, прием. Крикнет ему, его вызывает, может, у него там сосед сделал на 6G1P. Сергей, тебе микрофон, прием. Да, это Сибиряк. Ну, кто-то на частотке работает, ну, я понимаю, ночью такси стало. И точно, что он не к нам подходит, потому что общается у меня с тобой. До свидания. Так, на ручейке передам. И пока-пока.